А коммунисты — это самое худшее правительство. У них нет веры в религию. В Навадвипе правят коммунисты, у власти коммунисты. В Бенгалии коммунисты стоят у власти. Коммунистическое правительство. В действительности они и не коммунисты, они атеисты. У коммунистов есть религия. Это коммунизм. Но у них нет религии. Это самое худшее правительство, которое только может быть. Бенгальские коммунисты. У коммунистов есть правила и предписания, и они следуют этим правилам и предписаниям. Чайтанья Махапрабху в действительности организовал коммунизм. Он был первым коммунистом. Мы все слуги Кришны. Да, да, понимаете, когда Кази Баван в Навадвипе, вы знаете Кази? Кази был правителем Навадвипа. Кази создал оппозицию Санкиртане. Но Махапрабху не стал это терпеть. И со всеми своими последователями он пришел в дом Кази, и Кази пообещал, что не будет противодействовать. Махапрабху собрал людей в Бенгалии, и это коммунизм. Своего рода коммунизм, можно сказать. Он истинный организатор коммунизма. Мы все слуги Кришны. И таким образом мы все, суть одно, единое целое. И джива, душа, то же самое. Джива происходит из Кришны, берет начало в Кришне. И мы можем сказать, Брахма Джьоти, берет начало в Брахма Джьоти. Кришна подобен гигантскому солнцу, а мы происходим из Кришны в качестве лучей, лучей солнца. Кришна — великий океан, а мы — волны этого океана, частицы океана, частицы, да? Это наше положение. И в этом смысле мы — единое целое. Но мы — слуги. Единое целое, но мы — слуги Кришны. Дживира Сварупаха Кришна Нитядас. Такова проповедь Шри Чайтаньи Махапрабху. The BJP is very religious, so the communists said that they're going to use some of Vivekananda and Swami Satchidananda's teachings. Бенгальские коммунисты говорят, что они привлекают на свою сторону неких свами, саньяси. Да, я знаю, я читал об этом. They cannot do anything that way. Они ничего не могут сделать таким образом. И теперь они astronomical. Экономическая ситуация на планете очень плохая. Не экономическая, но астрологическая. Астрономическая, астрологическая. Я слышал, астрономическое положение планет очень плохое, звезд. Поэтому... Да. Индийский Раши — это Макар. Это астрологические понятия, символы. И сейчас Сатурн. И в 12-м доме Раху. Да, я смотрю Индию.